Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и я хотел показать очень классный танк под названием Бачат 25 тонн. Давным-давно это был хороший танк, который хотели все, он был уникальный, он был СТ-ЛТ в своем прошлом, как вы знаете, не было ЛТ выше 8 уровня, и когда были ГК, брали Бачата вместо ЛТ. Раньше он был уникальный в своем роде. У него был барабан. Только у него был барабан среди СТ 10 уровня. И этим был он уникальный и всеми желаемый. В прошлом Бачат заменял ЛТ на ГК до появления ЛТ 10 уровня. У меня на Бачате 3200 боев, как бы. Но я на нем уже давно не играл. Это решил просто снять видео, что он может в данный момент. 2021. Как бы роль его совсем в рандоме не изменилась. На нем можно делать как подсветы. Но на нем нужно играть очень аккуратно. Потому что танк картонный. С изменением новой глобальной обновы. Нерфа арты. Как бы нерфа фугасов. Вот бабахи он должен получать фулочку. Блин, ну это нужно потестить. Видим карту степи. Нет ни одной ЛТ. Я подумал, почему мне бы не отыграть роль ЛТ. Ведь у Бачата неплохой обзор и неплохая маскировка для среднего танка. ТТХ танка вы видите с боновой просветленкой, доп пайком, маскировкой и обзором орлиный глаз. И радиоперехват на 70%. У Бачата есть два типа орудия. Это топовое и предтоповое. Я буду играть на топовое, потому что там хорошее пробитие под калибером 259. И скорость полета снаряда 1460. Разброс на 100 метров 0.34. Ну, конечно, если можно там поставить всякие плюшечки, типа инструкций, улучшенный прицел, вентилятор. Ну, это каждый сам для себя решает. Я настраивал танк чисто под себя, как я его вижу. Турбонагнетатель, просветленка и стабилизация вертикальной наводки. Боекомплект. 20 подкалиберов, 10 КСов и ни одного фугаса. Не вижу смысла их возить вообще. Стабилизация у танка неплохая. Ну, пикселя вы попадать не будете, но на средних дистанциях он неплохо попадает в свою цель. Видим карту Фёрды. Положение сил не на моей стороне. Но я, конечно, не сдаюсь и пытаюсь играть на все 100%. Становлюсь кустик, и тут под меня подставляется паттон. И очень красиво это делает. И у меня остается два снаряда в барабане, и я решаю поехать выкинуть их кого-то. Ожидал я увидеть тестолета, но подставилась 62-ка. Еду обратно на подсвет и вижу тестолета. Но я был на КД и решил его задавить харизмой, что он бедный с испугу упал в воду. И тут чат мне пишет
обиженный союзник, что я там должен был что-то ему сделать. То я не в доумении, даже не смог попасть в гриля. Я решил узнать, что же не понравилось. Он почему-то не захотел брать трубку. Там проходит время, он сходил походу за пивком в холодильничек и выстреливает в чат. Типа какой-то бат больше меня сделал, по его мнению. Я зато говорю, чтобы вы не слушали никого. Потому что эти раки просто будут мешать всегда и везде. У Бачата великолепная просто пушка на 1950 урона на 5 снарядов. И эти 5 снарядов он выкидывает за 10 секунд. Это сейчас куча ЛТ, куча барабанной техники. Раньше Бачата называли Бэтменом, потому что он влетал, раздавал свои 5 плюшек и уходил. Хорошо бы уходил, не в ангар. Вот как... Сейчас вы видите, я понадеялся на союзника, а он взял, блин, стрельнул в землю. С турбонагнетателем у Бачата 70 км в час. Эта скорость ему позволяет перемещаться по всей карте и выполнять свою цель помощника для союзников. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Do you have any idea how fast I am? I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck, boy. Если бы я еще пробивал каждым снарядом, мне бы цены не было. I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Do you have any idea how fast I am? I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck, boy. Пошел нахуй это отсюда, пошел, блядь! Ничего не можешь сделать, пошел нахуй, говно! Братишка! Братишка! С появлением навыка звуковая разведка вообще сказка стала.
Поехал я на левую сторону в рыбацкой бухте. И на подсвет подъехала Проджета меня светить. И тут арта начала пытать удачу попасть по мне. У нее ни разу это не получилось сделать. Может, мне очень сильно везло. Этот навык реально помогает. Ну и напоследок карта Жемчужная река. Я поехал один на фланг. Ну как один, там потом бабаха подтянулась. Ну, видно, я расслабился. И на расслабончике решил выехать, но меня там ждала засада. Hello, motherfucker. Ну ёбана в рот. На правом фланге союзники посыпались. Ну ничего страшного, я включил режим ПТ. Эй, система! Простите, но нет. Простите, но нет.
Статистику видите на экране, танчик реально неплохой, мне очень он нравится, хоть уже как бы он свое отжил. С вами был Розе, всем пока.